Штат Висконсин. Рестерия на въезде в этот штат. Есть такой штат на пути нашего следования. Городок, город Лакросс. Здесь я сделал необходимый перерыв. Нарел супа, покушал супа. Вон стоит рак красный. Молотит двумя ложками. Сидит двумя ложками, молотит. Вот это да, вот это аппетит у человека. И вот начинаем выезд на 90-ю дорогу. И в парад, 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 парад. Вы здесь уже бывали неоднократно. Эту дорогу видали. Этот город видали. Все, что здесь можно было показать, я показывал. Я здесь когда-то пару раз. Один раз выгружался, один раз грузился. Был в этом Лакроссе. А так всегда я его просто пролетаю. Это первый раз я заехал на Рестерию. Здесь никогда не заезжал. Проезжал сюда. Просто время мне... Кушать захотел. Да. Время пришло ложкой помахать. Ну вот, встал, помахал. Здесь очень много воды. Разливы такие водные. И река широкая, и разливы большие. И рыбаки вон на льду сидят. Рыбу ловят бедные, голодные. Голод не тетка, выгнал с дому в такую погоду. Кушать нечего, пошел хоть рыбку споймать, думает. Хоть рыбку, благо бы донес домой, жарил, а то сырую съест, пока домой дойдет. А вот лодка какая, гляньте, с каким вентилятором, пропеллером. Это лодка для того, чтобы по камышам ездить. По мелководью. Лодка плоскодонка сама по себе. И необычный мотор лодочный, который опускается в воду, и там грибной винт. А видите, просто воздухом стоит большой пропеллер, и вот он крутит воздух и отталкивается от воздуха. Это во Флориде таких лодок много, там где аллигаторские долины, крокодильи долины. Там по камышам, по мелководью, по разливам, там на таких дрыг-дрычках мотаются, крокодилов смотрят. Они на крокодилов, крокодилы на них. Он смотрит на крокодила и думает, как бы с него сапоги со шкуры сшить. А крокодил на него смотрит и думает, как бы мне им пообедать. В общем, и у тех неправильное желание. Ну что, снимать дальше вечернее время. Ничего хорошего в кадр не ляжет. Картинки не будет, потому как вечер. Огни размытые, потому как на скорости. Наверное, надо помолчать, да? Ух ты, что-то такое страшное на асфальте лежало. Хорошо, что я его пустил между колес. Кончается Лакросс. Наверное, мы сейчас еще проедем полмили и тогда уже выключимся. До конца Лакросса уже побудем вместе.
Сейчас еще пару дилерских будет. Кенвард дилер и еще кто-то с левой стороны. Траки продаются. Новых траков нету, все бэушные. Сейчас новые траки в продажу не поступают. Давно уже. Сделали дефицит, искусственный дефицит. Хочешь трака нового, надо заказывать. А заказы сейчас не принимаются. Поэтому ищи того, кто уже заказал, и покупай у него очередь. Знакомо вам это, а? Помните, как стояли на легковые машины в очередях, и как покупали очередя и перекупали эти новые легковые автомобили? Когда они были по очередям, по спискам. Вот сейчас здесь так. От чего мы уехали, к тому мы и приехали. Ну что, всего-всего, пока-пока.